для вас семья? Семья – это все. Семья – это самое главное. Это вся моя жизнь. Для меня это все. И внуки, и дети. И... Мы живем для кого? Для внуков, для детей, чтобы им было все хорошо. Семья для меня самое важное. Родители – это моя поддержка, моя защита, моя помощь. На семью всегда можно опереться. Это люди, которые тебя никогда не предадут и всегда будут с тобой рядом. Благодаря семье и живешь. Пока семья поддерживает во всех своих делах. Ну, это, наверное, окружение, которое нас ограждает от различных невзгод, которые происходят в окружающем нас мире, которое нас поддерживает, которое нас любит, ну и уважает. Для меня семья на первом месте. Поддерживает, вдохновляет, любит. Ну, что еще могу сказать? Больше ничего. Семья – это родина, это как опора. Ну, я не знаю, что еще. Самое надежное, самое родное. Семья для меня, прежде всего, это не кровное родство, это взаимная поддержка, понимание, совместное развитие, которое является ключевыми факторами среди всех членов семьи, ну и оказание друг другу всяческой взаимопомощи для достижения общих целей. Знаете, можно сказать одним словом – семья – это все. Если говорить более широко, то семья – это, конечно же, уют. Семья – это, конечно же, то место, где тебя ждут, где хотят видеть тебя каждый день. Это то место, тот дом, куда ты приходишь и постоянно чувствуешь тепло, постоянно чувствуешь заботу. И вы знаете, с возрастом, когда человек становится старше, я считаю, что отношение к семье становится еще более теплое, еще более искреннее и еще более честное. Можно даже выразиться таким словом. Семья – это все для меня. Для меня семья, наверное, это то, что меня вдохновляет, в первую очередь. Люди, которые любят, наверное, меня безусловно, потому что я есть на свете. И, наверное, то, что является смыслом моей жизни вообще к таковой. То есть семья для меня – это все и самое главное. Семья – это прежде всего, наверное, крепкий тыл для каждого человека. Это те идеи и те замыслы, которые питают родители к своим детям, которые стремятся достичь того, чтобы их детки смогли реализовать то, что каждый родитель не смог реализовать в своей жизни. То есть это достижение мечты. Семья – это все в жизни, это самое главное, это опора, это тыл, который, ну, без которого невозможно ни развиваться, ни продвигаться никуда. Жить спокойно и радоваться жизни можно только, когда семья рядом, когда мои близкие здоровы, когда у них все благополучно. Это мои дети, мои родители, мои братья. Ну, я считаю, что это все равно опора, это основа всей жизни. Потому что когда человек не имеет семью, он какой-то нецельный порой, но он все равно страдает. Соответственно, если он страдает внутри, в душе, то он и для внешнего мира не может реализоваться в полной мере, с полной силой. Семья для меня, наверное, основное, потому что в данном случае, имея уже двух детей, сейчас у меня третий рожается, я только сейчас начинаю понимать, для чего мы живем на самом деле, потому что семья, и уважать еще больше родителей, и благодарен им очень сильно за то, что они меня воспитали, потому что смысл жизни как раз, оно банально, но на самом деле в семье, потому что сейчас понимаешь, что ты должен воспитать, ты должен отправить в университет, дальше как можно дольше поддерживать и воспитывать детей. Очень приятно приходить домой, всегда семья создает уют, хорошее настроение. Семья – это вообще самые главные люди, это самые близкие, самые надежные, потому что это те люди, для которых неважно, в каком ты состоянии находишься, я для них всегда, они меня примут в любое время и в любом состоянии, неважно, в радости, в горести, в болезни. Точно так же, наверное, и мое отношение к моим родным, к моим близким. И вот как под хорошим, здоровым деревом можно спрятаться в снег, в непогоду или от жары, так вот точно так же, наверное, в своей семье можно спрятаться и получить то, что тебя успокоит, то, что тебя поддержит, то, что тебя будет радовать. Для меня семья – это самые близкие, самые родные люди, которые
готовы ради тебя пожертвовать чем-то очень важным, нужным, которые тебя ждут, в кругу которых ты находишь возможность отдохнуть, найти понимание, найти поддержку своим действиям, которых ты любишь, которыми ты дорожишь, и ради которых ты тоже готов сделать все. Семья – это, наверное, самое главное, самое важное место, где все мы обретаем покой, где все мы можем проявить себя, показать себя спокойно, не стесняясь, быть самим собой, в конце концов. И надо дорожить этой любовью, надо всячески оберегать микроклимат своей семьи, потому что ничего важнее в этой жизни, кроме семьи, наверное, нет. Я в этом уверен. Семья – это моя личная вселенная, это мое все, все, ради чего я живу, все самое ценное, все самое дорогое. Вообще семья – это наука. Наука, наверное, самая сложная и самая бесконечная. Всю жизнь нужно учиться, уметь терпеть, уметь понимать, уметь прощать, уметь любить, уметь все самых, ради самых близких тебе людей –